Ребят, стрим из авто. Стрим, да, по-английски стрим. Поток. Поток. Включение. Ну, как еще сказать? Какая-то информация. Прямая трансляция. Поток. Из авто сегодня второе. Заканчивается июня, среда, 2021 год. Ребят, я все благополучно разгрузил. Я проехал 1100 миль из Кентаки в Вирджинию, из Вирджинии в Мэриленд, из Мэриленда на Висконсин, на север. Ой, извиняюсь, опять говорю на Висконсин, извиняйте. На Массачусетс, ребят, на Массачусетс. То есть находим Нью-Йорк. И от Нью-Йорка опять дальше идем еще наверх, 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 наверх. И чуть-чуть вправо двигаемся. Ну, вы там больше никуда не сможете двигаться вдоль побережья. Если вдоль побережья, то наверх и направо. И находим Массачусетс. Столица, если не ошибаюсь, Бостон. Вот в пригороде Бостона я сделал последнюю разгрузку, проехал всего 1100 миль, и за 1100 миль я получил очень хорошую цифру, 1100 долларов. Просил 1300, не получилось, получилось 1100. Но очень хорошая сумма, я доволен, заработал буквально за 2 дня у меня ушло. Ну там полтора, скажем, дня. И решил сделать вам включение из моего автомобиля. Я нахожусь в соседнем с Массачусетсом штате, в штате Род-Айленд. Он чуть-чуть поюжнее. О штате Род-Айленд, ребят, кому интересно, это самый маленький штат в Америке. Меньше нету, Род-Айленд. Но по населению, по численности, он превосходит 7 штатов Америки. То есть по площади это самый маленький штат. Но по населению он обходит 7 штатов Америки. Штат с очень богатой историей. Я сегодня почитал Википедию, почитал другую информацию, всякие энциклопедии и так далее. Штат с очень богатой историей. История вся хорошая. Первые поселенцы здесь высаживались и так далее. Такой есть мост Веразона. В Нью-Йорке, так вот, такой был Веразона, оказывается, первооткрыватель. Он проплыл от, по-моему, Южной Каролины до вот этих земель, где я нахожусь, Веразона. Сделал карту местности и так далее. А первые поселенцы здесь высаживались и так далее. И потом одни поселенцы стали конфликтовать на религиозной почве с другими поселенцами. Откололись от них. В основном это был штат Массачусетс. И из Массачусетса они откололись и основали вот эти земли. Род-Айленд, город Провиденс. Провиденс. В переводе с английского провидение, судьба. Там на религиозной почве были разногласия у одного из толкователей Слова Божьего, у одного из священнослужителей. Он покинул Массачусетс, основал новые поселения, и вот здесь появился город Провиденс, город Уорвик и так далее и тому подобное. Очень до сих пор религиозный штат, в хорошем смысле этого слова. Очень такой с традициями, с устоями, с семейными традициями, с хорошей такой базой, с основанием таким классическим. Хотя по политическим предпочтениям жители штата отдают голоса за демократов, а не за республиканцев. Ну, кто знает, тот в теме. Вот, хотя они голосуют за демократов в основном населения штата, но по вот такому укладу, по размеренности жизни, по взглядам, они очень консервативны, как будто бы вот прям республиканцы. Что еще? Вот люди, которые основали этот штат, это были в основном священнослужители, люди, служащие Богу, священники. Они основали известные деревни, которые переросли и потом стали городами. И до сих пор штат такой как бы вот классический, с хорошими семейными традициями, устоями, взглядами и так далее. Ну, например,
В этом штате очень есть много такого вот классического, много такого традиционного. И вот один из примеров, например, с алкоголем, что связано. Вы не можете купить алкоголь вот в этом Walmart, около которого стою. То есть здесь алкоголь, например, не продается. Хотя в Walmart в 90% штатов продается, например, там пиво, вино и так далее. Не очень крепкие напитки. Крепкие напитки продаются в отдельных магазинах. Но здесь, например, в Род-Айленде, в Массачусетсе и вообще в Новой Англии, это вот штаты, которые здесь расположены, такая местность, вы вообще не сможете купить в общественных местах алкоголь. Пожалуйста, идите покупайте его в специализированных магазинах. Кроме того, вы не можете его держать в открытых бутылках, на виду и так далее. Все должно быть в пакетах. Кроме того, здесь не приветствуется курение. Курение здесь запрещено в кафе, барах, ресторанах, на остановках общественного транспорта, вообще на улицах и так далее. То есть вы можете курить только дома и так далее, чтобы никто вас не видел. То есть, смотрите, есть много таких законов, которые вот, ну, направлены на здоровье человека, на сохранение семьи и так далее и тому подобное, не на разрушение личности. Штат в этом плане очень такой консервативный, строгий до сих пор. Что еще хотел сказать, ребят? Ну вот, наверное, он с очень богатой историей, очень такой классический штат, до сих пор остается очень белым штатом, большое преимущество белого населения. Хотя в последнее время был здесь, по-моему, избран то ли губернатором, то ли мэром, выходец из Доминиканской Республики, и поэтому сейчас много здесь иммигрантов из Доминиканской Республики. Вот, но достаточно до сих пор, я бы сказал, штат белый. Ну, на этом давайте закончим про штат. Климат. Климат здесь мягкий по сравнению с Россией. Хотя по американским меркам климат северный, достаточно суровый. Зимой здесь бывает и минус 5, и минус 10 по Цельсию. Обильные снегопады бывают. Но по российским меркам все это длится неделя, максимум 2. Минус 5, минус 10 это прям аномальные морозы. Так в основном около нуля, минус 5. Всю одну неделю, две обычно лежит снег, потом сходит. Летом доходит до плюс 35. Вот давайте посмотрим, сколько градусов сейчас у нас. Смотрите, ребят. 61 градус по Фаренгейту. Вычитаем 32, получается 29. 29 делим пополам, 14,5. Ну, грубо говоря, плюс 1 десятая, 1,5, 15, 16 градусов по Цельсию. А время у нас, ребят, 11 ночи. 11 ночи почти, а по Цельсию плюс 16. То есть достаточно тепло. Я обо мне, ребят, то есть климат все равно мягкий, как бы, по сравнению с Россией. Обо мне, ребят, вот так выгляжу. Очень сильно подустал, ребят, очень сильно. Значит, что я развез весь груз, который за 1100 миль, 1100 долларов, все спокойно заработал, все мне начислили. И потом я взял сразу, ну, в общих чертах, груз за 300 долларов, значит, забрать из Род-Айленда, вот где я нахожусь, 29 миль пустым проехать, и вернуться обратно 22 мили. Отвезти груз, то есть 29 миль до груза, это совсем мало, забрать груз и 22 мили провести обратно. Но это там 29 минут и 22 минуты. Я не знал, почем поставить, поставил за 300 долларов. За 300 долларов мне его взяли, это вот очень удачно. Я все это развез, отвез, получил 300 долларов. И, ребята, выяснилось, ребятушки, что внутри упаковали не тот груз, который должны были упаковать. Wrong cargo, неправильный карго. То есть там внутри запаковали не то, что надо. Очень долго я разбирался, очень долго созванивались с брокером, с шипером, там, с владельцем и так далее. Не знали, что делать, договаривались. В общем, я в 8 часов груз забрал, в 9 я его доставил, получил деньги. Выяснилось, в 9 утра, смотрите, в 8 забрал, отвез, тут все рядом.
29 миль до груза, забрать груз и 22 мили отвезти груз. Я все это сделал с 8 до 9. В 9 я его разгрузил. Выяснилось, что груз неправильный, внутри не то запаковали. И с 9 практически до 3 часов дня я ходил, разговаривал, созванивался. Извиняюсь за камеру, ребят. Выяснял отношения, что не тот груз. В итоге решили с 9 до 3 часов. Я часов 6 проходил, промотылялся, так сказать. И в машине сидел, и ходил, и разговаривал, и звонил, и созванивался. В итоге в 3 часа дня мне сказали: вези груз обратно. Вези груз обратно. Там, где ты его взял, оставь его. И говорят: какая твоя цена? В общем, говорили. Я объявил $300 также обратно, $300. Брокер согласился. И я за $300 повез его обратно в 3 часа дня. В 4 часа я его отвез обратно. То есть, смотрите, в 8 утра я забрал груз. В 9 я его привез, куда надо было привезти, 22 мили. Получил $300, выяснилось в 9 утра, что груз не тот. В 3 часа дня решили окончательно, 6 часов они выясняли там, что делать с грузом. В 3 часа решили его везти обратно. Я объявил опять $300, сказали окей. И в 3 часа я его повез обратно, в 4 я его отвез обратно, где я его и взял. Мне за это заплатили еще $300. Но это очень удачно, ребят. Могли и 100 заплатить, попросить, не дать. Ну, в общем, вот так вот они там, видно, сами уже запутались, замучились. В итоге я получил 300 и 300. $600. Я был на работе с 8 утра до 9. Сначала я отвез. Потом с 9 до 3 я решал проблемы по телефону. И с 3 до 4 я его повез обратно еще раз за 300. В итоге я заработал $600, ребят. Очень неплохо $600. И для данной ситуации, и вообще для Европы, и, ну, и для России тем более. Очень устал, очень наговорился, ребят. Приехал вот сюда к Walmart'у. Купил себе, значит, покушать. Покушал. Что я ужинал, ребят? Я покушал сосиски. Потом я съел вот такие два... Две штучки я оставил на утро. И две штучки я съел. Йогурты $1.80 стоит. Сосиски в районе 2.80. Купил за два с чем-то сыру такой. Сыр. Половинку съел, половинку оставил. То, что ужинал сегодня. Вот. И все, наверное, ребят. Значит, что у меня на утро, ребят? Осталось еще вот, который покупал за $1.84 штуки. Осталось еще две штуки йогурта. Осталось за два с чем-то. Половинку съел, половинку оставил. Сыр. А также, ребят, у меня есть сметана сегодня купил. На завтра, на утро мне. $1.40. Камера тоже устала, не хочет настраиваться. Перед этим раньше у меня было, так сказать, в запасе тушеночка. Что-то в районе $2. Говядина, ребят, говядина. Легко открывается вот так вот все. Да, камера уже подустала. Тоже не настраивается. Такая говядина. И, ребят, не ругайте меня, не ругайте. Это где-то случается раз в месяц, раз в две недели. Купил вот такой себе тонизирующий напиток. Кто-то не хочет настраиваться, я не пойму, глянь. Red Bull купил, маленький, ребят, он маленький. Вот. Хлебушек у меня есть чуть-чуть. Ну и это так, чтобы вы знали, как вот выглядит жизнь дальнобойщика. Такого, знаете, который ленится готовить. Я ленюсь готовить, ребят. Но тем более, посмотрите на меня. Называется срочно худеть. Срочно худеть. Я не стремлюсь готовить, ребят, особо. И купил вот кефир сегодня. 1%. Буду с утреца пить его. И еще у меня есть сегодня, поел, давно покупал, ребят, месяц назад. Вот ем потихоньку. Вот так вот отрезаю полосочку. По полосочке вот так отрезаю. Ем халва, турецкая халва.
Два с чем-то стоит, ребят. Plain халва, видите? Турецкая халва. Вот я ее месяц ем по чуть-чуть, когда есть настроение. Она не совсем похожа на нашу. С кунжутом, по-моему, с кунжутом. Все, ребят, места нету совсем. Пока-пока. Все, заканчиваю видео. Рассказал, что я кушаю и что я ужинал, и что я буду делать, что я буду завтракать утром. Завтра буду искать груз в сторону Вирджинии и поеду домой в сторону Вирджинии, ребят. Места на камере нету, но сделал вам и стрим из авто. Поток информации из авто. Вот так вот и пойду спать. Учу английский, ребят, еще. Вот такая зачитанная до дыр у меня книжка есть. Практическая грамматика английского языка Качалова Израилевич. И дома есть в идеальном состоянии такая же книжка, только в очень хорошем состоянии для дома. Учу английский, не все так просто, ребят. Все, пока-пока. Ну и время надо спать, и памяти почти не осталось, ребят. Все, телефон вырубается, нету памяти. Пока.